ورحمته, милость Аллаха. Когда человек начинает знакомиться, какой Аллах Субхану Тааля милостивый, когда познает атрибут милости Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, ورحمتي وسعت كل شيء, моя милость покрывает все, говорит Всевышний Аллах Субхану Тааля, обхватывает все милость Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Сказали одному из саляфа салих: «Аттатбау джаназа ты мудмини лхамр?» Как ты можешь идти читать погребальную намаз джаназа за того, кто распивал алкоголь, за пьяницу? На что он ответил: «Каля, валлахи инни ла астахи мин Аллах, ан азунна анна рахматаху дакат ани дзамб, ва хуа якулу джалла шану, ва рахмати васиат кулля шей». Когда ему сказали: «Как ты можешь идти читать погребальную намаз за мусульманина, у которого распивал алкоголь?» Он говорит: «Я стесняюсь Аллаха Субханаху ва Тааля, подумав об Аллахе Субханаху ва Тааля, то, что его милость не распространится на этот грех. То, что его милость меньше, чем его грех. Ведь Аллах Субханаху ва Тааля описывает себя в Коране, сказал: «Рахмати васиат кулли шей», «Моя милость охватывает все», говорит Субханаху ва Тааля. «Фаля рахматан абадан таадилю рахмат Аллах». Нету никакой милости, чтобы сравнилась с милостью Аллаха Субханаху ва Тааля. И имя Ар-Рахман, которое посвящено целой суре в Коране, милостивый, никого нельзя назвать Рахман, кроме Аллаха. Можно назвать человека Рахим, милосердный. Как Аллах в Коране говорит о пророке Мухаммеде, саллаллаху алейхи ва кана биль муминина рахима. Он был по отношению к верующим милосердным. Но, однако, Рахман — это качество только принадлежит Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля.